сестру. Эх, Ваня, чует мое сердце, живыми нам отсюда не выбраться. Справимся. Вот повеселимся-то. Ага, точно. Неужто духом человеческим запахло? И правда, запахло. И время в один, к обеду близко. Видать, застолье у нас сегодня будет знатное. А поглядите-ка, кто к нам в гости пожаловал. Вот так я. Какие молоденькие, какие розовенькие, какие пухленькие, какие вкусненькие! А ну, бабоньки, слушай мою команду, по росту стройсь! По порядку рассчитать. Второй, третий, четвертый, пятый, седьмой, девятый, девятый, десятый, один, два, тринадцатый. Ну-ка, четвертый подровнять. Строевым шагом марш. Песню запевай. Маруся, как часто слезы льет. Стоп! Чё-то я не пойму. Ты кто такого будешь-то, а? Я вот за... Три девятого царства прибыл от самого Кощея. Вот те раз. От Кощея. Откуда прибыл, туда пусть и возвращается. Как не с пустыми руками прибыл-то, а с подарками. Кощей перемирие заключить просит. Да, вот. А где? У старика. Ну, того, с яблоки, у которого ты печь купил. Отставить ругань до ссоры. По порядку рассчитайся. Во имя мирного разрешения сего конфликта слушаю мою команду. Первой блещет красотой номер один, затем номер два, затем три, и так по очереди до номера 13. Вопросы есть? Вопросов нет. Выполнять. Молодец, Ваня! Да ладно, чего там? Ну ты голова! Послушай, голова, а зелье-то как доставать будем? Ванечка, Ванюша, ай, спасибо тебе, милок! Может, у нас останешься? Чай не обидим? Будешь главным среди нас-то. Клиент, проси, чего хочешь, все сделаем. Да вот слыхал я, есть на свете рецепт зелья молодильного, но... Молодильного? Зелье? Так это ж нет ничего проще. Как раз давеча и заварили-то. На вот, и спей. Эй, нет, я годок-другой подожду, а там уже время придет. А пока рановато. Ну тогда прощай, Ваня! Кощей, да от нас привет большой передавай! Не поминай лихо! Ну ты, царевич, даешь! Да, ловко ты их! Некогда болтать! До Нового года совсем мало времени осталось! Вот зелье! Отправляйтесь за Кощеем! А я к Снежной Королеве! Разведаю, что там, да как! Только поспешите! Нельзя его одна.